Если вы цените насыщенный цвет и глубокий аромат, то китайский красный чай подойдет вам как нельзя лучше. В зависимости от конкретного сорта чая, готовый напиток может быть от светло-желтоватого до насыщенного красного цвета с коричневатым оттенком. Именно его в России и Европе называют черным, опираясь на цвет самого листа, а в Китае его именуют красным за цвет самого напитка. Красный чай – китайский шедевр, который может сочетать в себе не только аромат чайного листа, насыщенный и терпкий, но и нотки сухофруктов и копчения дымом соснового дерева, меда и даже перца. Напиток стоит заваривать 2 минуты при температуре воды 95 градусов Цельсия. Потребуется 1 чайная ложка заварки на 150 миллилитров воды.